Вооруженные силы Украины получат на вооружение еще один образец западной бронетехники. Как отмечает в своем аккаунте в Твиттер премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Украина планирует закупить сразу 100 бронетранспортеров «Росомак» польского производства. Как отмечает Моравецкий, закупка польских бронетранспортеров будет оплачена средствами ЕС и США, другие детали не сообщаются. В частности, относительно того, как быстро мы можем получить бронетранспортеры, сколько будет стоить закупка, и в какой именно версии будут эти машины. Напомним, бронетранспортеры «Росомак» — это лицензионный вариант финской бронемашины «Патрия», производимой польской «Росомак SA». Контракт на поставку этих машин войску польскому был подписан в 2002 году. Сначала было закуплено 690 машин, а впоследствии, в 2013 году, заказ увеличился до почти 1000 бронетранспортеров. Существует ряд версий боевых машин «Росомак». Она может быть оснащена башней от «Амилара» «Хитфист-30П» с 30-мм пушкой «ATK Mark 44» и пулеметом «UKM-2000C» калибра 7,62, имеет усовершенствованные системы управления огнем с тепловизионными прицелами, а также системой предупреждения о лазерном излучении «Обра».